Шадринске вновь открыли свои двери избирательные участки. Сегодня проходит третий день выборов в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва. По состоянию на 8 часов утра в нашем городе проголосовали 14 тысяч человек. На тот момент явка составила 28% от общего числа избирателей, а это 52 771 человек. На данном этапе голосование проходит в штатном режиме, все у нас хорошо. Значит, избиратели идут, несмотря на то, что третий день голосования, все равно избиратели изъявляют свою волю. То есть у нас явка хорошая. В Шадринске открыли двери 37 избирательных участков. Также дополнительный организован на месте временного пребывания избирателей в санатории «Жемчужина Зауралья». Всего в Курганской области работают 944 участка. Почти на 300 из них и во всех 27 территориальных избирательных комиссиях организовано видеонаблюдение. На 647 применяются средства видеофиксации. На 12 часов явка составила 34% от общего числа избирателей Шадринска. Территориальная избирательная комиссия сообщила предварительные данные. В Шадринске проголосовали 18 тысяч человек. Ну как это, все равно это мой гражданский долг. Вот все. Не, ну естественно, что я нормальный, здравомыслящий человек города Шадринска, да, пришел, так сказать, высказать свое мнение по поводу. Это, в принципе, мое убеждение, честно говоря. На выборах особое внимание уделяется соблюдению противоэпидемических мер. Избирателям на входе предлагают продезинфицировать руки, измеряют температуру, выдают маску и перчатки, а при голосовании – одноразовую ручку. Помещения по графику обрабатывают дезинфицирующими средствами. Избирательные участки открыты для голосования до 20:00.